попали в НХЛ? Это, вы, наверное, не любите эту тему говорить. Ну, это просто уже было 100 раз обговорено. Нет, я не собираюсь на детали. Для меня, в принципе, отношение к риску. Вы любите просчитанный риск или вы готовы эмоционально? Но на тот момент был эмоционально. Потому что, ну, мне было 18 лет, 19 лет, и, конечно, за мной преобладали, можно сказать, эмоции, и где-то я с ними не справился, и, можно сказать, поступил где-то некорректно. Конечно, если бы это случилось сейчас, я поступил бы по-другому, и ситуация складывалась бы совершенно по-другому. Хорошо, но, опять же, это был возраст. Хорошо, но если сейчас возникает ситуация, которая непонятно, какие последствия может вылиться, вот как вы действуете? Я не знаю, сейчас, что вы начинали бизнес в Магнитогорске, когда вам было 18 лет, как бизнес, называется? Бизнес, опять, это возраст. Сейчас я уже, конечно, не принимаю таких решений, и, конечно, сейчас уже у меня все активно, и я могу есть с ним посоветоваться, и поэтому сейчас таких у меня эмоциональных поступков не бывает. Понятно, Александр, да, пошел.